говорить. Да, значит, то есть, ребят, на самом деле тут сложного ничего нет. Просто это, так как иголка у меня очень тонкая, и делаю подставочку со своей же руки. То есть передвинула 4 пальчика, уперлась, поставила. Это сильно больно, нет? Хорошо. Ну, в общем, смотрите, если морщинка закончилась, мы можем работать, естественно, несимметрично. Вот ниже морщиночка идет, опять же. Значит, мы сказали, что у нас примерно на лоб 5 единиц ушло и на глазки 5 единиц всего. То есть это обычно меньше концентрации, чем если мы выкололи просто так. Человек обычная, да, коррекция токсином. Иголка очень тонкая, поэтому вколы делаем поверхностные, чтобы только зацепить волокна мышцы, но не попасть в саму мышцу, чтобы просто подрасслабить. Вот. И мы таким образом проходим папулка за папулкой всю морщинку. И это нам даст расслабление. Мезоботокс хорош чем? Он не выключает полностью мышцу. У тебя как бы и мимика остается. Особенно это важно людям, для которых важна артикуляция, да? Вот, которые там что-то ведут, какие-то переговоры, или это учителя, или это певцы. Ну, в общем, разговорный жанр. Вот. И все. И дальше мы идем дальше по морщиночке. Вот, если я понимаю, что у меня, допустим, уже препарат еще есть, а уже закончились морщины, я сажусь на кресло и прорабатываю между той, ну, в общем, как обычно тут. Ставлю еще дополнительные папулы, скажем так. Если я понимаю, что я переживаю, что не дай бог у меня тут, ну, там, не дай бог, я не, потому что есть такое правило в токсине, что мы не можем колоть лоб без межбровки. Вот. Но это не касается верхних линий роста волос, верхних папул. Так, не знаю, здесь у нас был или не был, скажите, был или не был здесь у нас кремушек. Я под самые волосы не подводила. Так, вот я вижу еще одну полосочку, и мы промокнули. А ну еще раз наверх бровки. Ага, ничего не делаем. И я вот там, где вижу вот эти паттерны, да, я совсем поверхностные папулки, совсем вообще вот капелюсечки такие. Сейчас вот так вот пальчики подставили, чтобы где-то 30 градусов уголок был. И вот там, где ты видишь, вот тут вот, например, я вижу, по средней линии как раз морщинка, я ее пропустила. Вот. Еще раз говорю, что иголочка, ну, коктейльчик густоватый, иголка тонкая, поэтому эта работа занимает, немножко нудная, занимает какое-то время, но она благодарна, потому что она не выключает полностью мышцу. И как бы тут будет и качество кожи, и незначительное расслабление. Незначительное. Тут чем жиже препарат, тем больше потеря препарата, это все понятно. Поэтому слишком его не делайте слишком жидкий. Так. А ну-ка, у меня осталось немножко препарата. Сведем бровки. Сведем. Ага, это мы так сводим. И все? Я просто не могу. А, потому что у нас анестетик, я поняла. Я не могу. Хорошо. То есть, ну, что можем сделать? Можем зайти, допустим, в головку. Ну, тут просто оставить. То есть иногда это тоже мезоботокс. Это даст незначительное расслабление, совсем незначительное расслабление. Так, так как эта бровка заходит больше, дальше к средней линии, чем это, мы сюда укололи чуть-чуть больше. Но это, знаете как, это не токсин, это мезоботокс, в принципе, так не колется, но чуть-чуть подрасслабит. Так, дальше. Теперь у нас остались у нас глазки. Мы видим, здесь отеков нет. Ну, в общем, кожа такая, пергамент, так называемый. Вот. Что мы делаем? Так, что мы делаем? Мы боимся отеков, поэтому мы одеваем иглу и разбавляем то, что мы имеем. Разбавляем еще 1:2 или 1:3. Натриохлоридом. Ну вот, да, вот еще хотя бы доберем. Во-первых, оно будет жиже, мы быстрее колем. Чтобы это был вообще вот от исходного 1:5, 1:6. Хорошо перемешали. Так. Ну, одели тоже иголочку.
Это у нас уже, знаете, получилось водичка водичкой. Водичка водичкой. Сейчас посмотрим, чтобы было видно. Ну, в принципе, видно. Да, ну вот так хорошо. Так. Оттянули немножко кожу. И, ну, в принципе, здесь все как бы видно, да. Закрыли глазик. Оттянули кожу. Тут есть какая-то краснота. Я от нее все-таки отступлю. Здесь, ребята, просто вот лучше выбросить остаток препарата. Ну, вот буквально чуть-чуть. Потому что вот там, допустим, я впрыснула, оно прям растеклось. Я не знаю, что там у нас под глазиком. И вот такими прям совсем-совсем крошечками. Вот. У нас еще внутри есть рябь. Мы, ну вот, позволим себе. Вот так. То есть там следы препарата, я бы сказала. Так. Хорошо. И то же самое делаем. Немножко вот там головочку. Оттянулись. Ну, даже если, в принципе, неудобно, то оно... То есть тут не важен особый миллиметраж. Просто проверяем, где мы. Выпускаем прямо. Маленькие-маленькие-маленькие папулки ставим. Потому что если у человека есть грыжки, мы расслабим здесь... Мы уберем сокращение мышцы, имеет дренирующий такой эффект, да, вот, убирает лишнюю водичку. И наша задача не усилить отечность. Но тут у нас особо отеков нет, поэтому мы ставим по получасто. Если отеки есть и грыжи есть, то мы вообще это дело не делаем. Мы вместо этого колем какой-то дренирующий коктейльчик, типа мезослима, ферменты можно там. Есть, господи, в этом вальдермофиле. Мы сейчас взяли в работу новую линейку мезопрепаратов. На себе пробовала, мне очень понравилось. Вот, значит, сюда пошло. Лучше доставить. То есть лучше не доделать. Так. Все, это есть. То есть, ну, наша задача сейчас, можно одной ручкой прижать снизу, вот так, снизу прижать. Вот ручкой прижать снизу. Вот ватки почти сухие, холодненькие. Так, просто прижать, да. Вот у меня остался препарат. Так, у меня есть осталось, ну, прилично.